Блин, ну это же офигенски. Ух ты, какое зеленое. Но... Ребят, всем позитива, мира, добра, да, если ты, кто смотришь видос, еще не подписан, то обязательно подписывайся на канал, тем самым ты поможешь в развитии канала, ну и мне поможешь. Ребята, девчат, всем привет! Сегодня 2 февраля, делюсь с вами погодой, какая погода в Ялте, в Крыму, зацените. 4 часа вечера. То есть вот так вот это выглядит, все бомба, шикарно. Сейчас мы выбежим на улицу, пробежимся до туда, снимем вид красивый, так как солнце уже уходит, и после этого искупнемся. Погнали, ребзя. Заценивайте погодку. Эллинги стоят, домики у моря. Кураж, прогулочка. Так, ускоряемся. Блин, погода летняя. 2 февраля. Чувствуется приближение лета. Серьезно, я не угораю. Посмотрите, как волны режут камушки. Реально, 2 февраля, то есть последний месяц лета, но по ощущениям, сегодня ветер теплый. То есть реально чувствуется приближение лета. Серьезно, на полном серьезе. Я это, кстати, еще вчера почувствовал, 1 февраля. Ае, ступеньки. Куражба. Ну что, зацените бидон. Вот эта платформа мне больше всего нравится. Здесь реально прикольно. Смотрите, как там волны. Вообще. Нифига волна идет, смотрите. Мощно. Да? По угару. Хорошо, что я выбежал. 4 часа дня. Вообще класс. Да, волны фигарят. А мне еще потом плавать. Ну, не плавать, а вернее, заходить в море и искупнуться надо. Я стараюсь это делать каждый день. Ладно, топим дальше. Ну что, на качельке покачаемся? Подожди. Фу. О! Нормуль. Качалова. Подожди. Ребятишки. Настроение, блин, позитивное. Воу. Щет. Быстрее от качели надо сматываться, чтобы она тебя не запинала. Вот еще есть. Давайте еще раз зайдем. Почему нет? Почему нет, да? Блин, погода веет приближением лета. Риля. Морька-то какое. Блин, ребят, хочу себе ноутбук. Поэтому моя цель номер один — это мощный ноутбук, чтобы на нем можно было монтажить. Прикиньте, я сейчас сюда взял ноутбук и тут за 5 минут срендерил бы видос. Все, изи. Ребят, посмотрите на это дерево. У меня есть видос, ему месяц всего лишь. Ну, месяц назад я снимал тот видос, даже, может, меньше. И это дерево, ну, то есть на нем еще были какие-то листья, а вот сейчас на нем, то есть, практически вообще все уже завяло, ничего нет. Здесь тоже было все более зелено, но, тем не менее, зелень сохраняется, остается. Просто она уже подуставшая такая. Но, знаете, вот море, оно не устает, оно не уставшее. Оно кайфует. Вообще. Сейчас вот спустимся, попробуем вон туда вниз, посмотрим. Так, ребята, слезли. Камни, волны, скалы. Вообще, погода нереально шикарная. То есть я иду в легкой ветровке, под низом тоже легкий свитерок и штаны без подштанников. Один носок и кроссовки, все. И не холодно.
Но шторм есть. Я же говорю, ветер сегодня какой-то теплый, летний. У-у-у. Ну-ка, волнорез, покажи, на что ты можешь. У-у-у. О, смотрите, волна. Вау. Так, я что-то очкую. Я что-то очкую, ребят. Море волнуется раз. Море волнуется два. Волна идет. Но... Щет, она меня облила. Все, нормально. Думаю, норм. Ладно, валим. Вот такая вот вечерняя прогулочка. Ну, скоро будет 5 часов вечера. Ребят, всем позитива, мира, добра. Да, если ты, кто смотришь видос, еще не подписан, то обязательно подписывайся на канал. Тем самым ты поможешь в развитии канала. Ну и мне поможешь. От души душевно в душу, если надо, взаимка. Все, ребят, всем пока. Хорошего настроения. GoPro, стоп видео. Ребят, последние кадры, просто я не мог это не заснять, понимаю, что попрощался, но тем не менее, просто посмотрите, пройдусь медленно. Блин, ну это же по-офигенски, серьезно. Тут вид на виде, просто все, охота снимать и фоткать. Вообще бомба. Вот это класс, ух ты, какое зеленое, вообще. Офигеть. Супер-пупер вид. Вообще, наслаждайтесь. Ну, тот, кто не здесь. Тот, кто здесь, то обязательно приезжайте. Все, ребя. Покидосы. GoPro, стоп видео.